Ксения, Надя, здравствуйте. Это у меня звук был выключен. Надеюсь, сейчас слышно. Я тут, как обычно, разговариваю. А у меня микрофон зачеркнутый. Слышно? Сейчас слышно, нет? Теперь слышно, замечательно. Давайте сейчас Галина расскажет вам про Фунтика. Еще рассказывайте, все увидите. Ну, сколько он у нас дней там уже? В воскресенье увезли, сегодня четверг. Вот. 4 дня. 4 дня. Тяжело. Конечно, все это проходило, не так все просто. Да. По крайней мере, сейчас у него нет этого горба. И даже при остановке собаки, при приучении собаки к коляске, ему будет легче заниматься. Вот. Ну, там, собственно, брать все расскажет. В общем, все интересно получается довольно-таки. Главное, не закипеть. Да, 12 человек с нами. Привет, хвостатое счастье, Марина Белова, здравствуйте. Искорки, как повезло, спасибо вам и новым хозяевам. Это у меня чат потерял соединение, пишет. Так, вот здесь. Здравствуйте, здравствуйте, Элеонорочка. Я слежу. А что толку доследить? Нет, вообще, в идеале надо не только следить за дорогой, да, но и стараться прогнозировать ситуацию дорожную. Потому что видно, да, кто как едет. Можно предположить, куда он ломанется. То есть надо. Тут как в шахматах, вообще надо просчитывать на несколько ходов вперед. Кто-то Гали звонит. Кто там? Кто звонил? Что рассказывал? Кто только не звонил. Ольга звонила, а перебил ее ветплюс. Лучика, все нормально, в субботу. Скорее всего, забирать будем с утра. Вот, позвонили сейчас из клиники. У нас Лучик в
стационаре в Первоуральской клинике ветеринарной. Алло, лежит. У меня ветплюс звонит, вот. И, значит, можно в субботу его забирать. То есть лучик у нас в субботу поедет домой. Замечательно. Ты включай на громкую, людям тоже же интересно, что там. Угу. Вот. Так. Угу. Пьем водичку обычную. Угу. Так, ну что-то у меня с чатом. Как-то так. Как-то у меня с чатом получается. А-та-та. О, чат установил соединение два раза подряд. Замечательно. Вот, сегодня у нас приезжали ребята с магазина Puma. У нас в картонных коробках был корм. Кошачий и собачий. Он как бы и есть, но хранился он на улице, на поддоне. Я накрыл это все дело баннером. И, конечно, да, ходят мышки. У нас там еще нас ждут собака. Ходят мышки, и картон для них это вообще не преграда. Поэтому вот приехали сегодня ребята, говорят, чем помочь, что поделать. Я говорю, давайте. Помогите с сортировкой корма. Нет, собачка, вот. Это просто мелкашка. У нас этот кот сбитый, не знаю, вообще не видел. Вот. Галя рассказывает. Мы сказали, не переломанный, ничего. Посмотрим. Девушка ведет, она спрашивает, какие прогнозы, какие наши будут дальнейшие действия по коту. Я говорю, я как могу вам что-то сказать? Не сдал. Заглох на перекрестке. Просто меня инвалид обогнал. Вот. В общем, получается, что у нас есть ведра из-под майонеза. Нам отдают мясо, бывает рыбу с предприятий питания для собачек. И отдают это все в ведрах из-под майонеза. Ну и, соответственно, они, конечно, грязные. То есть мыть некогда. Одно бы было около, я думаю, даже больше 10 человек. Так. Мороша, привет из Чувашии. Завидую погоду. У нас дожди. Конечно. Фунтик ходить не будет. Врачи не сказали. По поводу ходить вряд ли. Но сейчас мы будем забирать, и я думаю, там все нам расскажут и покажут. Но хотя бы горку берем у него, потому что вот этот горб, ну ему больно. У него как бы сложно в этом плане. У нас у Дарины такой горб был, тоже пластины ставили. Вот сейчас у Фунтика. Самое главное даже, ну, пускай он даже не ходит, но хотя бы, чтобы у него позвоночник был прямой, потому что очень неудобно у него это все будет, ну, в таком состоянии, ну, и самому дискомфортно ему и больно, поэтому самое главное, это вот сделать, чтобы прямой позвоночник был. Так вот, ребята приехали, взялись ведра все, ну, не все, там, часть ведер помыли, почистили, разобрали корм, больше половины сделали, заполнили почти полный прицеп этими ведрами. Потому что коробки дождь, ну, сырость все равно есть, даже накрытая баннером затекает под этот, на поддон поставили коробки, вот, под поддон затекает, все равно сырость идет. У нас там немного даже корма заплесневело. Вот. И получается, что мы придется вот так вот мне сделать, а то не едут нисколько. Вот, в общем, даже куда-то переставить, то есть ведро взял, ну вот Галина может, допустим, ведро корма поднять, а коробка, там коробка 10 килограмм,
крупные, там 15-20 килограмм, ей уже неудобно. И она может развалиться в самый неподходящий момент. Поэтому такая вот тара, она удобна в этом плане. Это вот девушки занимались фасовкой корма. А парни, ребята, там у нас были сложены доски, железо было сложено вдоль забора. Вот, они перенесли это все дело на другой угол участка, сделали, организовали навес от дождя. Там у нас стоит камера морозильная, правда, она сломана, но мы ее будем ремонтировать. Вот, и будет морозилка еще одна рабочая. Вот, они сделали с этого железа, с этих деревяшек навес, подняли куб. Ну, там парней было только, наверное, человек 6. То есть, вот кто... Молодцы ребята, да. Вообще молодцы. То есть я говорю, мы бы вот сами... То есть освободили место, сейчас можно делать сваи под вагончик, вот который у нас последний приобретенный, ставить его на место, на эти сваи. Будем, наверное, заказывать винтовые сваи, потому что они делаются быстро. Единственное... Вариантов, блин... У нас часть вагончиков стоит на этих самых, на брусе. Три вагончика у нас стоят на бетонных блоках. Специально заказывали. Да, специально заказывали, но, блин, все равно гуляют. Все равно где-то двери закусывают, где-то окошко перекашивается, все равно гуляют вагончики. Вот попытка номер три, это поставить на винтовые сваи. Посмотрим, будут ли гулять на сваях. Нет, ну вот у нас на бетонных блоках они вот встали, вагончики, и в принципе как бы стоят. Гуляют. Гуляют? Гуляют. Плитка трескается. Плитка трескается? Стеновая плитка трескается. А где, в каком вагончике? Во всех. Надо, чтобы ты мне показала. Значит, у нас... Ну, видимо, от грунта еще зависит, скорее всего, да? Ну, посмотрим, то есть сделаем... Я надеюсь, что винтовые сваи выдержат движение. И мы что, будем все вагончики переставлять на винтовые сваи? Нет, почему? У нас, потому что туда не заедет. Туда не заедет никто, естественно, нет, они будут стоять, как стоят. Ну да. Просто вдруг мы когда-нибудь с тобой разбогатеем и будем ставить себе вагончик. Надо понимать, на какое место, на что их ставить его. Мы в палатке с тобой нормально проживем, не переживай. Так, Ленорочка пишет, у меня на зиму на даче мышки даже пластиковые ведра погрызли, представляешь? Ну, у нас не успеют, корм кончится раньше. Да. Ирина 371, добрый вечер всем. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Нам пушку прислали. Пушка, спасибо за... Сёмочка. Сёмочка, спасибо, да. Сёмочка нам еще и отправляет монетки на ярусе. Вот. Спасибо и за монетки, и за пушку. Кстати, ребята, завтра будет прямой эфир и в Ютубе, и на Трово одновременно. Вот. Но рекомендую вам сделать, как посмотреть. Ну, если есть два устройства, гаджета. Да? Да, два гаджета, то можно посмотреть сразу, включить и там, да, вот. И помимо этого, я сейчас еще сохраняю прямые эфиры и публикую их на канале «Хвостатое счастье» в шортах. Вот. И можно будет потом зайти еще посмотреть прямой эфир, ну хотя бы фоном включить. То есть, если мы вам не надоедим. Если у вас еще нет рвотных рефлексов от вида моей бороды, вот, от вида Галины, то милости просим. Да, дай попробую твою. Не дам. Молодец. Вот какая у меня жена. Сказала не дам. И дала. Вкусненько. Да. Так, Бароша, а Фунтик где у вас будет жить? А то я так поняла, что он не очень любит других животных. Вагончик, вот один, это самый первый, который мы делаем для спинальников, вот, в одном отделении, ну, вообще мы там будем переформировать будку, вот, но на сегодня, пока, он
будет жить в отделении, где находится два спинальника, два старичка, вот он будет пятый. Мы ему там отгородили уголок, чтобы его никто не беспокоил, потому что ему в любом случае сейчас будет предписано ограничение движения, мы пришли уже в прошлый, минимум месяц, но его надо будет ограничивать движение. И я так думаю, что за это время мы как-то с ним найдем контакт, и он более-менее должен расслабиться и понять, что здесь не лучше. Семочка пишет: «Привет из Карелии, я тоже сейчас за рулем». Привет с Урала. Вы еще писать умудряетесь. Да, вы еще... Аккуратно. Да, это вообще... Я не думал, что в Карелии такие пробки. О, мы, кстати, начали подзакипать. Так, ну что? Дверями махать? Ну, дверями, не дверями, но... Ноги задирать. Ноги задирать, да. То есть я включаю... Ирина 371 нам шлем отправила. Спасибо, спасибо, Ирина. Скидываем ману, ребята. Давайте на завтрашний день накопим на ракету, завтра запустим ракету, и я сделаю много-много сундуков. Приходите обязательно, будут розыгрыши эликсиров. Вот я сделаю для нашего сообщества, кто у нас подписан на нас, кто нас отслеживает, будем разыгрывать среди них эликсирчики. Вот. Бароша пишет: «Спасибо, я рада, что познакомилась с вами вживую. Вы очень душевные». Спасибо, спасибо, да. Так, нам еще шлем Ирина отправила, 371, спасибо. Спасибо, да. То есть, ребята, отправляйте лучше шлемами, то есть не пушками, а шлемами. Шлемы там по 100 маны, а пушка это 500 маны. И получается, что больше сообщений в чате будет. Вот. Поэтому, если что... Чем больше сообщений, тем лучше. Семочка тоже отправила шлем, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Вот, у нас сегодня самый жаркий день получается. Завтра у нас снижение температуры, послезавтра уже начинается дождик, да? Завтра уже дождь, обещаю. А, завтра уже дождь. У меня... Ну, 25 хотят. Иду хорошо. Да, мы... Поставили, мы с Галей стоим на перекрестке с открытыми дверями. И едем с открытыми дверями. Все смотрят на нас такие, главное. Не закрыла Галя. Я не выпаду, не надеюсь, я привязанная. Я не надеюсь, что ты выпадешь. Ирина спрашивает, сколько завтра будет эфир. Ну, ориентировочно всем по Москве. Минус. Мы проинформируем, как обычно, везде. Да. Во всех беседах, во всех соцсетях быстрых, которые... Трудно сказать, понимаете, вот сегодня вроде бы, как сказать, планировали, что все будет быстро, но тут что-то не пошло, там что-то не пошло. Ребята приехали, вопросы задавали, надо было показать, рассказать. Ой. Вот, и все сместилось. Вот. А тут еще завтра, если у нас приедет сейчас Фунтик, да, плюс у нас приедет, вот сейчас заберем собачку маленькую, которая на цепи сидела. Кота завтра надо будет увозить еще, вероятнее всего, в клинику. Вот, еще с котом надо, то есть... Завтра, может, вообще два эфира будет прямых. Может, мы поедем в клинику, я тоже сделаю прямой эфир. Поэтому... Ну, в Трово ты имеешь. Ну, в Трово, да, да, да. То есть мы вообще будем вещать и вещать. Поэтому трудно сказать, во сколько будет прямой эфир. Может, он будет раньше, может, он будет позже. Вот. Надо по-хорошему, как нам посоветовали, помыть радиатор. Но опять мы не успеваем. Елена тоже послала нам шлем. Шлем. Все, у Гали есть шлем с гребнем. У меня есть шлем с гребнем. Сегодня мы без Буси. Сегодня мы вдвоем. Очень жарко. Девчонку не стали маять. И это
полегче, когда дверь открыта, да? Не сильно, но вроде, да. Ну вот сегодня приедем опять, неизвестно во сколько. Поздно, да? Я так понимаю, что люди уже начали купаться. Люди давно купаются. Давно? Конечно. А почему мы тогда не ездим купаться? Настя сегодня тоже этот вопрос задавала. У вас есть какая-нибудь речка? У нас рядом. Она говорит, вы там купаетесь? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, слушай, нет. Она говорит... Поэтому мы сонные обжоры. А все остальное время, когда мы не едим и не спим, мы занимаемся с животными. И на речку, на пруд, вернее, сходить некогда. Так, Баруша написала: Бусечка, ваша прям солнышко, она мне очень нравится. Буся, да. Буся всем нравится, и она этим пользуется коваром. Семочка пишет: давно купаемся. Лена 3 пятерки отправила нам 3 улыбающихся мордочки. Вот. Почти стритрейсер на грузовом автомобиле. Я смотрю на вот это количество автомобилей здесь стоящих, и мне нехорошо. Я думаю, что может быть и есть. Надо смотреть. Надо смотреть, потому что здесь вот мы с тобой. Точно закипим. Ну, закипеть не закипим. Я опять засуну бутылку. Я приподнимаю капот, засовываю бутылку, привязываю капот. И мы едем такие с открытым, полуоткрытым капотиком. Бешеная сушка. Надо подсушиться. А что ты с собой не взяла белье? Вы знаете, ребята, у нас же мы стиралку подключили. Галя на радостях вчера цельный день стирала. Она все, что можно, перестирать. Еще не все. Еще не все даже? Еще не все. Она стирает и стирает. Я кайфую. Еще классно то, что сохнет быстро. Тепло, жарко. Так ты что, постирала 2 раза, все развесила и все, и стирка на этом закончилась. Да, у нас в планах надо купить, такая штука есть, подвесная сушилка. 2 штуки. Вот, нам бы вот ее вот замутить. Раньше она продавалась в Ашане, но вот последние разы, когда мы были, ее в Ашане не было. Это Леруа есть. Леруа есть? А что ты не стала покупать? На зоне дешевле? На зоне подешевле было. Надо посмотреть, сколько сейчас она стоит. Ну, вот так вот. В общем, надо сейчас думать, куда эту сушилку приделать. Потому что летом можно, конечно, это все повесить на улице. А вот зимой-то на улице оно... Не, ну, зимой тоже можно повесить на улице. Только сушиться оно будет, вымораживаться достаточно долго. Там... Так, Алекс, добрый день, Сергей и Галина, подскажите, пожалуйста, как там спинальник, вот Кузьма, приехал из Куба-Лука неделю назад, как в состоянии, где вы спинали, значит, Кузенька, он с нами, с Кузьмой, с Кузьмишами, Лидочка, где сидел Тиша, вот, он там, отжимаю его, несколько раз бил, подмываю, нормально, аппетит хороший, кушает. Сережа боится почему? Очень боится. Только видит на горизонте, начинает вырываться сразу. А так спокойно дает отжиматься. Все манипуляции достаточно спокойно проходят. Пока.
Так что вот так вот он пока. Обычно я помогаю, по крайней мере, с котами Галине обрабатывать. Вот. А здесь она даже одна справляется. Я хотел помочь, то есть иду, а он стал... Он прям прятаться начал. Да. Вырываться у меня из рук и прятаться. Да. Так, Надя пишет, а с кем остаются ваши отсутствия малявочки, кто им помогает? Ну, вот в данный момент остался мой 15-летний сын Вова. Вот. Ну, им как бы помогать особо-то не надо, потому что сейчас там жарко, вот. Часть из них на выгуле в тенечке отдыхает на улице, часть в помещениях под кондиционерами, вот. Кто-то в будках, кто-то в вольерах, ну, по крайней мере, у всех вода налита, у всех тенечек есть, хотя даже в тенечке жарковато, потому что вот. Я не знаю, насколько, конечно, как ветер, потому что бывает затишье такое, что прям ни ветерочка нет, вот тогда действительно тяжело. Самое-то противное то, что мочить нельзя. Да, они, если я знаю, мочить можно, но лучше не нужно. То есть они охлаждаются от этого. А на шерстное пушистые, они шерсть намокнет и получится как мокрая шуба. Будет еще хуже. Ирина пишет, порадовалась за вас в Телеграме, в ролике о стиральной машинке, облегчит вас. Вам жизнь маленько. Да, это очень здорово. Алена 555 отправила нам. Алена, спасибо большое. Привезем гостинцы для него обязательно. Возможно, мужчин боится. Да, я так думаю, что могли обижать. Лучше шлемами отправляйте 5 шлемов лучше, это будет 5 сообщений в чате. Вот оно не всегда так получается, Сереж. В смысле? Ну, в прямом. Вот когда отправляют, надо дождаться, чтобы после вот отправили шлем, и чтобы после этого появилось еще какое-то сообщение или кто-то отправил, тогда можно снова отправлять. Потому что если вы будете отправлять подряд 5, оно будет просто одной строчкой, но умноженное на 5. Да. Ну, можно как вариант отправить какие-нибудь смайлики. Отправили шлем, отправили смайлики. Тут такие прикольные смайлики. Они, правда, немного как бы это, как сказать, не от мира сего, можно так выразиться. Но... Они необычные. Нестандартные. Так, да, нестандартные. Так, нам еще Семочка отправила шлем. Спасибо. Спасибо. Лена отправила смайлик. Кто-то там выглядывает из двери. Из угла, не знаю, зеленая какая-то штука. Вот смотрите, тут у вас вот внизу справа написано должно быть заклинание, либо каст. Вот, на него нажимаете. Ну, на вашей странице. Да, вот либо справа внизу обычно находится сиреневенькая такая штучка, плашка. Вот, на нее нажимаете, и у вас всплывают вот эти шлема, все остальные вещи. Вот. Шлема можно брать за манну. Ману дают, когда вы смотрите какой-то прямой эфир. То есть вот 5 минут посмотрели, 20 ману получили. Вот. А если у вас обычная бесплатная подписка, то в сутки вы можете набрать 960 маны максимум.
Вот. Если у вас там есть, бывает подписка $2, то тогда там добавляется 20% в мане. То есть это будет 1160, по-моему. Пишет, у меня не получается отправить ману, нажимаю в жук и не отправляется. А оно не в жук. Вот-вот, да, в жук должно быть как-то это. А вы попробуйте тогда на каком-нибудь другом прямом эфире кому-нибудь отправить. Ничего страшного. Вот. Либо попробуйте перезайти. Так, сейчас нам надо будет с Галиной. Там уже где-то жареная собачка есть. Ура, получилось отправить. Тут вот шлемы нам отправляли. Так, Алекс поняла, спасибо. Собачкой радостная, наверное. Сейчас прибегут, думаешь, да? Ну, я написала, они спрашивали, в какой мы, машине, как мы узнаем друг друга. Дабы положить-то, чтобы это видеть. Чтобы это видеть? Да. Что, одеваем микрофоны? Да. Давай. Мы сейчас будем снимать для Ютуба. То есть вы будете видеть, как происходит съемка. Я тогда это включаю? Ну, да. Вот так, да? Да. Оп. Ребят, будем в процессе съемки. Да, читать не сможем. Может быть, вполне возможно. Не факт. Здравствуйте. 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 Сейчас мы идем. Ой, какие вы смешные. Ой, какие. Как девочка, мальчик? Девочка. Как зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, они звали Найда. Ну, понятно. Но она уже не откликается. А, я смотрю, старенькая. Ну, точно не молоденькая. Да? Ну, да. Так. Хоп. Галь, ты тогда один. Микрофончик. Женщина. Сейчас, подожди. У тебя же все выпадет? Да. У меня же все выпадет сразу. Я двери открою. Ой. Давай. Вот. Блин, я же не включила. Да ты что? Такая умная. Конечно. Пойдемте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Уйти. Вот такой уйти. Здравствуй, Ксюша, да? Да. У нас грумер есть синяя. Синяя, да. Мы ей такое вот счастье привозим, она так за голову хватается, говорит, ну ладно. А потом конфетку отдает нам. Да. Ну что, рассказывайте. Вчера поступил сигнал, что в клетке сидит алабай на солнце, здоровый. Мы поехали его сегодня спасать. К алабаю-то подошли, боже, там вот это вот чудо лежит. От нее крысы как в разные стороны сиганули. Я вам передать не могу, я такого количества крыс в одном месте не видела. В миске ржавые гвозди лежат, вместо еды. Воду заставили налить, и мы говорим, вы что, издеваетесь, что ли, вообще? У алабая тоже там тара пластиковая, там уже вода запенилась, замылилась вся. Ну ничего. Ну жара такая, конечно. Вот. Ну, короче, вот так вот. Охранник ни в какую не отдавал.
нет, и все, собака не моя, я не отдам. Давай связываться, у меня нет телефона, связывай нас с хозяином собаки. Телефона нету, мы пошли по округе, там рядом автомойки, рядом еще что-то. И ребята, кто знает, что там собаки будут, кто знает телефон. Дали нам телефон. А это стоянка какая-то или что? Это мы вообще не поняли, что там шлагбаум. Там бытовка и три ржавых трактора. Что они там охраняют, мы не поняли. У нас уже всякие подозрения были, что там что-нибудь фасуют где-нибудь в гаражах, черти знают. Не знаем. Ну, в общем, вот такое вот несчастье мы дождались этого хозяина, и он нам отдал. Ну, закинули удочку про алабая. Сначала нам сказали, что нет, его вязать хотели там. Вот, а теперь, значит, это... То есть девочка алабай? Мальчик. Тот мальчик. Бил 5 лет, лысый совершенно. Вот так вот. И, то есть, получается, собака сидела в будке на цепи? Да. Давно она там? Не знаете? Мы не спросили ничего. Хозяин не разговорчивый, хозяин не русский, то есть, как бы там, диалог-то какой-то такой. Отдавать не хотел, да? Ну, поначалу охранник, который не хотел нас связывать с хозяином, говорил, что он не отдаст, я тоже не отдам, это не моя собака, я без него не могу, и телефона я вам не дам, у меня нет его телефона. То есть мы окольными телефон окольными путями нашли, вот связались, в итоге ее забрали. Ну, вот сейчас что-то с алабаем дальше. Ну, это, конечно, ужас, вот это все вот. Валенок такой. Да, тут мы обрезали, там он не дает, кусается, я поэтому после этого написала, что намордник возьмите на всякий случай хрецы. Она жила, конечно. Она ходит без остановки. А, еще у меня подозрение, что у нее, возможно, цистит есть. Она писит, присаживается через каждые минут 20. Это запросто, если она в будке жила в будке. Какое-то время, так там не только цистит, там все что угодно. В будке это было. Такая красивая. Угу. Глаз не отвести. Вообще. Там что? Ну, кожа тут. Опарыши? Нет, опарышей нет, но тут вот это вот все. Собривать. Сопрело все просто. Ну-ну-ну. Да, зайчик. Я боюсь представить, что у меня там в районе пупы и всего остального. Угу. Хозяйство. Да, потому что ты там зубы-то не смотрела? Не подобраться. Зубы. Зубки гниленькие. Там пенечечки. Старушка. Они не кормили, они кости большой собаки бросят. И это кости там остатки подъедают. А кости вот такие вот. Эти, огромные, лосиные. Непонятно, от коровы. Ну, берцовые какие-то, что ли, это что-то вообще, конечно. Большая собака-то там еще у них осталась, маленькая. Ясно. Чудушка. Чудушка. А, чудушка. Ну, она такая, да, боевая, то есть с алабаем-то жила. Она это вот сейчас вообще жила. Мы пришли, то она просто не, часа здесь не вставала. Мы же, да. И мы думали, что она уже устанет. Нет, она еще что-то ходит и ходит и ходит. Топ-топ-топ. Подружка гномика, да? Ей надо состригать, у нее там вот я понимаю, что в этом самом все стянуло. Паху. Вот может быть поэтому у нее еще какие-то позывы, там все равно там дискомфорт какой-то есть. То есть... Все это состричать. И хвостиком она уже вас любит практически. Да, практически, да. Хвостиком ваши. Мы уже даже ей кличку придумали. Я ее клюквой зову. Клюква. Клюква, ну будешь клювой. Ну все, значит, да, клюква. Клюк-клюк. Клюк-клюк. Нет, ничего не знаем, будешь клюквой. Да. Чудушка. Так. Как мы ее сейчас? Давай мы ее пока в эту переноску посадим большую. Ну давай. А что пока? Надо ее сразу конечно, садить? Конечно, садить уже что-то. Нет, я имею в виду, я ее потом в ноги возьму. А, ты в ноги возьмешь? Да. Ну сюда мы везли тоже в ногах, она совершенно вот, спокойно просто сидела. Просто сейчас, чтобы она не ползала. Ну тут открыто, давай, открывай. Возьмите в простынку-то. А сейчас... Сейчас постелим. Давайте, Галине, подойдите. Это вам выдали там поводок? Да, он потом расстегнулся, она убежала у меня на озере тут. Я это. Ты меня не съешь? А вот. Ты не съешь. Нет.
Сейчас завяжем морду, сейчас мы завяжем. Клюква? А? Ты боевая клюква? Нет, она боится просто. Может, а болит, наверное, все у нее, я так думаю. После того, что мы сегодня увидели, так у меня тоже все заболело. Муся, ты Вот как еще. Ты что это такая серьезная собака? Кто говорит, меня там за попу трогает? Ты серьезная собака? Давай мы молоду завяжем твою. Ты что такое-то? Ты что такое-то? Все хорошо. Тихо. Другой, потому что этот слабый. Съеденного над ним таким же маленьким очарованием. Ты ее подними, я хочу пожалеть. Сейчас. Клюква. Ничего не знаю. Давай, иди сюда. Тихо. Да все хорошо. Не бойся. Да подожди ты, давай я поглажу тебе кузу. Кузу поглажу. Что, не бойся? Боится, да. Так, стоп, не ругайся. Видишь, что? Видишь, что она же тут? Видишь, что она? Да? Не пугайтесь только там, Мария Сергеевна, да, это дочка. Ой. Вы сколько тут давно ждете у нас? Да. Четвертого, наверное, нет. Ну потом побоялись нам отсюда, от пустого района, тоже сюда не доехать будет. Просто обратно. Там сейчас такая пробка. Она пила что-то, пока вы ждали? Вот да? Водичку мы ели. Пила, три сосиски съела. Она жила вот просто. Мы забрали это полутруп, а сейчас вот она, видите. Бойцовая? Это самое, надо было ошейник. Ну, а, я тебе говорю. Нет, ошейники я не знаю. Есть там ошейники у тебя? Ну, может быть, здесь посмотреть, Галь, в магазине. Есть у них? Так, клюква. Свободу попугаем. Все-таки, да, по-другому никак. Вот сняла. Да. Там уже не страшно. Нет, страшно. Дело в том, что. Ей страшно, а вам-то нет. Нам-то в любом случае, что так не страшно, что так не страшно. Да, у меня в этом году достался пудель мне из мозга дома, так он меня, знаете, как жрал вообще. С температурой только валялась, до костей все меня съел. Эх, клюква, клюква. А вы здесь на приехали, у вас собака? Да, тут оперировали сейчас собачку. Вот. Надо забирать. Нашла? Нет. Нету? Я смотрю, нету. Там поводочек есть такой. Ну, посмотрим тут. Ну, это, красоту меня, да. На. А то мои бусы приведены, что живут все там. Ох ты, без мать, какой-то. Там тоже свора получается. Какая довольная клюква. Я думаю, что хуже уже не будет, чем там было. Это просто непонятно. Это надо внутри до такого состояния довести. Все нормально будет. Надо знать, какая компания веселая. О,
Алабай есть, правда, но мы тебе не дадим. Я смотрю иногда, Ольга размещает заигрывание, посты про фигурки. Одно время уголек не поднялся. Потом с первого раза тоже не поднялся. Уголек-то так и не пристрелился. Нет. Таких, как уголек, везде много. Ну тоже примерно такой, нет, да, уголек, такой же, покрупнее, нет, уголек немножко побольше. Он покрупнее же. Он покрупнее, да. Вот мы ехали, нам на встречу попка огромная. А вы ходили, да? Нет. А вы где-то Щербакова? По Щербакова. А вам куда, в какой район ты надо? Парков? Нет, вы как раз так видите, через Мегу. Ага. Вот нам вот сюда как-то. Сюда, в Пампасы. А вы как сейчас проедем? Да я думаю, что мы поедем через этот, через Горный Щит, наверное. Ну, мы посмотрим, мне известно, сколько здесь проторчей. Мы как-то приехали, мы когда его возили, там пусть сейчас уже ходила в школе. Ты пойдешь руки там, надо сказать, ладно. А где кот заходит? Ты регистрировался, да? Ну, я все руки не только зашла сразу налево, это упора. Да нет, не надо. А вот, ну. Как вы решили, что вы? Ой, мы вообще... Что насчет, мы заработали хотели. Нет у меня от государства. А мы же официально не регистрировали. Это вот только зарегистрировались и пошли налоги. Там, ну, социальное страхование, пенсионное, то есть надо бухгалтера нанимать. Ну, как бы, расходов будет куча. Это, во-первых. Во-вторых, будет сразу... Будут, ну, много же людей приходят в администрацию, говорят, вот здесь собаку заберите, вот здесь, здесь. У них будет куда послать людей. То есть помощи не будет как-то. Ну, будет, может, там какая-нибудь небольшая помощь. Но собаками будут грузить по полной программе. Собаками, бездомными кошками. И все. И поэтому, ну, это надо, чтобы вот по-хорошему, чтобы приют был, надо делать. Чтобы какой-то был доход, что ли. Ну, у вас получается их пристраивать? Ну, пристраивается. Мелочь пристраивается. А с крупными животными сложно. Вот. Но мы, у нас же в основном сейчас инвалиды. Их вообще не берут. Да, да? Кому нужны? Здоровых собачек не всегда берут. А с инвалидами тем более проблемы. Ну и как вы тогда выживаете? Ну так вот и выживаем. Потихоньку, помаленьку. Потому что я-то здесь в приют уже ходила одно время. И там ужасные условия. Просто ужасные. А их кормят кашами, и они гуляют. И, ну я не знаю с чего. Они вот такие как шары. Они вот такие все круглые, как шары, их раздувает. Я, блин, ну не могу ничего. Ну, трудно сказать. А что за приют? Вот Нижнеисетский, вы сейчас как раз через него ехали. Нижнеисетский, Сиганский, огромный двухэтажный дом. Как раз у города стоит. Там, как зовут хозяйку? Лена. Лена? Ну да, у нее это, у нее там проблема в том плане, что она, я вот видел, корм берет, просто насыпает, ванна стоит, она может туда, кстати, легко бухнуть корма,
кто хочет, подходи и ешь. Вот. И потом получается... Это еще не один из самых плохих. Да. То есть есть хуже? Да. Не, ну я не знаю, главное, если животное действительно помогает, то это хорошо. А если как бы не помогает, то это, конечно, плохо. Потому что есть такие, которые вообще ничего не делают на самом деле, только занимаются сбором денег. Так откуда они деньги? Кто их дает им деньги? Ну, попадаются бабушки, дедушки какие-нибудь сердобольные, нет? Она, конечно, посты всякие пишет, что кто может, тот помогите. Ну, она же где-то ведь все равно корм берет. Спасибо вам большое. Да. Всего доброго. Пожалуйста. Пожалуйста. Клюковка. Клюква. Что хорошая? Не, ну она хорошая. Понятно. Ну это ужасно, конечно. Так же почувствовать. Там же почувствовать. Ну, она. Я вот ее брал, в принципе, у нее. Ну, я не скажу, что она худющая. Вот. Шерсть, конечно, да. То есть я так думаю, что ей все равно корм перепадал. То есть если бы она вообще ничего не ела. Ну вот чурбан, который там на этом месте находится, он говорит, привозит хозяин кости вот эти огромные для большой собаки. И я, говорит, ну там что-нибудь вот навыбираю ей, что смогу. Там кости, там может где-то там есть какие-то маслы, все. Ну, костями одними тут, конечно, кормить это не вариант. Ну, сейчас мы посмотрели, она сходила, в принципе. Кал нормальный, кормовый. Не поносит, ничего. Не, пристроиться-то вряд ли. Как так? На доживание. На доживание? Кому нужна? Да, конечно, что? Там, если у нее пеньки, если зубов нет, то есть, если ей больше 10 лет. Не, ну, бывают, звонят бабушки. Бывает, бабушки да. Звонят. Ну, вы вот подумайте сами, да, бабушке 70 лет, она ее возьмет, собака проживет 5 лет, а бабушка через 3 года, если вдруг что с ней случится, и куда собака? Очередной раз ее куда-нибудь под зад мешалкой родственники. Поэтому мы стараемся, ну, чтобы уж не под 70. Отбираете вы это, да? Да, конечно, у нас не строим, как бы, ну, в этом плане. Ну, не видим смысла. Некоторые говорят, мне скучно, мне надо собачку. И что толку-то возьмет? Деткам поиграть на выбор. На выбор, да. Возьмет она собачку. Вон, сейчас рассказываю, что смотреть тоже надо куда-то отправить. Ну да. Это самое, надо идти. Ладно, удачи вам. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Ладно. Спасибо. До свидания. Закрывай. Я только не знаю, может быть, как не сделать. Что сделать? Ты будешь его держать, а не ее переводить. Она туда не пихнется. Она в ту переноску, конечно, не пихнется. Угу. Вот. И единственный вариант, это, блин. Ну, а тут нет, это сама цепочки? Поводок. Есть же? Ну? Не, ну ей надо это. Одеть. Они ждут, надо идти. Ну давай пойдем. Просто потом у нас будет одну собаку надо держать, вязать морду. Если мы сейчас этого не сделаем, потом будет это сделать сложнее. Это дверь открыта? Они все открыты. Как ты думаешь, вот этот, наверное? Да я думаю, да. Или вот этот? Нет, вот этот рыжий. Так, снова нести бинт. Зачем? Этот возьмем.
Иди сюда. Стой. Тихо. Подожди, ты рано ее хватаешь, я еще ничего не сделала. Морду вяжем вначале же, да? Вот эту сторону подбирать надо. Подожди, не надо вязать. Ну, я говорю тот вот, давай тот. Давай тут. А, все хорошо. Пробки. Куча шерсти. Здесь тогда закрываем. Угу. И с той стороны угу. Эту переноску поставим. Да. Да. Так, держи. Да. Там у меня был. Держи, держишь? Я держу. Там у меня карабин был. Да, красота. Кукла. Клюква, а, клюква, давай с тобой дружить будем. Так. Ты, вот смотри, открывай ей ту дверь. Ставь переноску. Вообще по-хорошему переноску надо поставить в ту сторону. Вот сюда? Да. Почему? Ну потому что когда мы припаркуемся дома, чтобы сразу его туда. Клюква, ты куда собралась? Стой. Возьми. Сейчас все закроем. Так, клюку остаешься за главную. Окошко не закрыто еще. Я знаю, держи. Ты закрывай по кругу. Я понимаю, мне надо ключ забрать. Ты-то что сюда пошла? Я думала, он у тебя просто с собой. Ой, ребята, в общем, вот так вот весело у нас все. Весело. Ну что, пойдем за нашими товарищами. Здравствуйте.
понятно. Угу. Я поняла. Термицин может. За фонтиком кто подошел? Мы. Пойдемте. Пойдемте. Сейчас. Рад собой, когда я подошли с собачкой Стив. Ну, тебе уже устали ждать? Да? Пишем таблетки. Даем по одной таблетке. Один раз в сутки, два дня. Вы берете 250 и... по ценовой категории. Так, кормить, поить, все в старом режиме без ограничений. Вопросы? Нет? Все, рекомендации держите. Регистрацию проходите, сейчас я буду вас. Подскажите, как маршрут вы здесь знаете? Все, хорошо. Пойдите. Нужно еще счет расключать. А то мы заплатили, уже не знаем, что заплатили. Да. Симулокс, Ремодил. Ремодил 20, Симулокс 250. Симулокс получается 28 таблеток надо. Симулокс 250? Да. 28 таблеток? Да. Так, а Ремодил? Ремодил 10 таблеток. Савикина нет у вас, да? Есть. Тогда его тоже. Получается у вас за вот это вот все 4485. Доступно 2242 рубля бонус. Угу. Весна? Да. Не надо ничего тыкать, вообще ничего не заработать. Это с какого кабинета? Сейчас он его вынесут, то он что,
морда-то была завязана, не завязана? Я думаю, да. А у тебя на готове нету винтика? Я думаю, вряд ли они договорятся с ним по-другому. Нет, ну они, их долго нет. Я так думаю, что это... Уговаривают. Уговаривают. Не кусайся, не кусайся. Да вообще, ты супер-пупер. Фунтик. Отче. Зомби пробежал. Спасибо, ребята, спасибо. Так, а что с кошкой-то? Где они? Где-то пробки тоже стоят. Пожалуйста. Заболели бы. Не похоже на того. Не, ты сломал бы, опухло. Она припухшая. Припухшая? Мне кажется, нет. Да, что это? У меня такое ощущение, как она у него съехала. Как бы на место надо постоять. Выбил? Да. Может быть? Прыгал. Может, потянул связки на лапе. Тоже может быть. Может, ушиб. Обычно при переломах она вообще в два раза больше становится. Я не скажу, что она прям такая. Да? Ну да. А так, нет, да? Берете не это, не откусывается, ничего? Ну, он что-то какими-то моментами как заверещит, видимо, что-то это. Ну, больно. Ну, больно. Да. Ну, сейчас рентген сделает вам, все добачка видно будет. Такая, да, на эту, на креветку похож. Ну, это Сиба, да? Сиба имя. А у нас-то не Сиба, креветка, лайка. Ну это тоже лайки, просто разновидность. Да, лайковые, но это же... Наследство. Да? Ну все, пошли. Все. Да фунтичек, пошли. Пошли. Да, были где-то в 20-м. Вас не видят. Да. Вот видишь, с ним договорились, даже мордочку не стали завязывать. Угу. Где тебя этот? Вот здесь. Угу. Давай, сейчас побежим. Сейчас побежим, побежим. Ну, закроется, аккуратно. Она отпадет. Она не закроется, она отпадет. И тут вот тоже защелкнет. Сейчас защелкнет. Давай. Ну? Ребята, фунтик залетел. Говорит, все нормально, я дома. Я в родной переноске. Клюква вон по соседству у тебя. Все хорошо. Ждем, ждем кисятину. Я пойду, мне надо руки помыть. Где? Ключ? Вот ключ. Ты мне все открой. Ну давай. Погоди. Вообще все, все двери открыли. Вообще все? Ну да. Ой. Я сумки заберу. Так. Все, сейчас. Да, я выкину.
ты сейчас пока посидишь, поговоришь. Бабайка вообще ёкарная. Я, ребят, схожу, помою руки в туалет, пока мы здесь культурно это все делаем. Вы с Галей посидите. Ты почитай, там вопросы, наверное, люди позадавали. Сделай мне читательную штуку. Ты себе воду купил, что ты к моему чаю приехал? Блин, я думаю, что я пью не то, что-то вообще. Вы представляете, меня Галя подставила. Угу, Сережа тут это... Дает свою бутылку с вредной водой, говорит. И все, вот на тебе. 15 человек ждут твоих комментариев. Отвечай на комментарии, пиши все, рассказывай. Так, мы это... Снимать-то будем или микрофоны все снимаем? Не знаю, смотри сам. Ну пока оставляем. Так. Вот. Забрали Фунтика, видели сами, да? Сейчас ждем кота. Кота. Забрали эту? Как ее? Клюкву. Клюкву? Бабку клюкву. Угу. Ой. Вот, спрашивайте что-нибудь, пожалуйста. Я не Сережа, я в пустоту болтать не умею. Сделали нам скидку, там у меня бонусы накуплены. У них какая-то своя система интересная этих самых расчетов. Какой-то процент от суммы выставлены, можно оплатить этими бонусами. Вот. И мы оплатили, значит, получается, часть препаратов и оплатили часть за этого самого. Скажите мне, я скажу, за Фунтика. Вот. И получилось у нас, сейчас я прикину, сколько это. $93,000 общая сумма получилась. Все вместе за Фунтика. Это операция полностью, это... стационар 4 дня. Вот, классные маленькие. У Сережи класснее, чем у меня, правда, он ее уже ушлепал. Она у него уже чумазая. Сейчас я достану выписку. Вот она. Ой. Выписка. Такое-то все падает значение. Так. Вот оказанный услуг на сумму. Вот тут вот написано 94 471. Вот.
Сейчас надо проверить, потому что любят они косячить. Пишите что-нибудь, пожалуйста. Ой, все, мы зависли, видимо. Фиксаторы, которые мы поставили, 4 штуки, стоят 30 тысяч. Ужас. О. Операция 16 тысяч. КТ-4. Общая анестезия 10 тысяч. Это вот самые крупные суммы, которые в первый день были. Если вы меня слышите.
все, видишь? У тебя есть вот эта штука волшебная. Я не умею разговаривать никуда, ты же знаешь. Ты умеешь, просто ты... Не умею. Так. На, чек тебе. Угу. Ребята, я вернулся к вам. Так. Тут у нас... Я включил вот эту штуку. Сейчас... Сейчас все обновится. Так. Фаина написала. Она едет с Ельцин-центра. С Ельцин-центра? Да. О, это долго. Ну вот, она скинула. Навигатор показывает 35 минут. С учетом пробок. Угу. Понятно. Так, а у тебя тут есть... Кто? Ярус. Да, но он такой. Так, сейчас. Сейчас, ребят, подождите, надо отправить ссылку на Ярус, я отправлю и к вам присоединюсь. Появилась, заработала, ура, ура! Я пришел. Телефон разрядился просто. Да, я пришел это самое и включил зарядку. Просто он разрядился. Сейчас, ребят, я отправлю, попросили ссылку для зайти на Ярус, как? Сейчас я сделаю это. Так. Так, выйти. Выйти. Там шевелятся вообще в машине, как будто там прям сидят. Там им кота не хватает. Кота не хватает вообще, да. Так. Для полноты ощущения. Так, Фаина. Пунтик маленький, сейчас опять плакать буду. Не надо плакать. Все нормально. Все хорошо, да. Здравствуйте, Фаина. Вот смотрите, это ссылка на наш аккаунт в Ярус. Значит, вы по этой ссылке переходите и смотрите наши посты, наши видео, там сюжеты. Ну, в общем, все, что там опубликовано. Если что-то понравилось, то под видео или под каким-нибудь постом или под фотографией можете нажать, там есть кнопочка «Поддержать автора». Вот на «Поддержать автора» нажимаете и там выбираете количество монеток, которые хотите нам отправить. Вот. Надеюсь, у вас все получится, надеюсь, я понятно объяснил. Спасибо, спасибо вам огромное. Вот. Рассказал Фаине, как можно нас найти на Ярусе, как нас можно поддержать. Так. Можно найти. Да. Что нас искать? Мы здесь и сейчас. Мы да. Мы тут. Мы тут. А не там, а мы тут. Угу. Что-то у меня тут чеки. Ага. Так. Сейчас я обновлю трогу, потому что у меня... Потому что... Потому... 94 тысячи с хвостиком. 94,5 обошлось нам. Фунтик. Спасибо огромное всем, кто нам помог. И продолжает помогать. Угу, выгребли угу. Все карточки кредитные, все заначки, все выгребли. Да. Сейчас будем восполнять. Ирина спрашивает, как клюква к коту отнесется. Ну, мы не знаем, как она отнесется к коту. Нас она поначалу попыталась покусать. Не, ну кот в любом случае будет в переноске. Да. Там, да, там в любом случае. Мы просто думали, клюква будет поменьше, поэтому взяли одну жесткую переноску, такую маленькую, да. Для кота. Для кота? Да, для кота. А мягкую переноску ты для кого брала? Для нее. Для нее, да. Вот, ну, не рассчитывали, что она такая все-таки покрупнее немного, чем сильно мелкая.
Вот, поэтому кота в переноску посадим. Ну, клюкву можно будет маме Гале в ноги посадить. Единственное, что она, как сказать, она вся в колтунах, и она лохматая. Вот. И она чумазая, она, растет. Ну, чумазая, это ладно, постирать можно. Но просто мы, когда поедем, будет, если закипать двигатель, я опять включу печку. Да, она будет жариться. Да, и ей просто будет очень жарко. В ногах, поэтому мы ее оставим, она пристегнута в багажнике у нас, вот, надеюсь, там все будет хорошо. А вообще, конечно, ее надо стричь вообще по это самое, по максимуму. Так, вот завтра у нас обещают грозу 28, в субботу 27, в воскресенье гроза и 24, в понедельник 18-26. Да. Ольга спрашивает, запись на YouTube будет? Нам с пёселями пора гулять, хочется посмотреть. Оля, да, запись я опубликую обязательно на канале в шортах, да, хвостатое счастье в шортах. Сережа в шортах. Сережа в шортах, я в шортах. Лена клич кидает, давайте закидаем маной по 100 или цветочками, или розочкой за эликсиры, кто может. И кидает сразу розу. Спасибо, спасибо, Лена. Серёжа, так, лови розу. Поймал. Все. Элина 1967. Ярус — это супер. Да, нам тоже нравится эта площадка. И надо успевать на ней работать. Потому что пока это вот не паханное поле. И если она разовьется, мы очень надеемся, что она будет популярная. И если это все сделать, то это будет огроменное подспорье в нашей работе. Вот, поэтому, кто еще не на ярусе, тот давайте присоединяйтесь к нам. Бегите скорее. Да. Давайте я прямо здесь отправлю сейчас ссылку на ярус. Ага. Так. Так, так. Ага. Что-то у меня нет ссылки. Не могу вставить. Ладно. Давайте это самое. Так. Самолеты летят. Самолеты летят, да, да, да. Да, да, да. Так. Лена 555, а за розы платить нужно или за просмотры начисляют? Елена Шеленкова, наверное. Розы надо покупать. Одна роза — это 5 эликсиров. Вот. А $1 это 100 эликсиров. Получается, одна роза — это 5 центов. Можно купить, по-моему, $10 минимальная покупка. $10. Но можно выигрывать эликсиры, когда разыгрывают боксы. Вот завтра у нас будет прямой эфир в Ютубе и в Трово, и я буду разыгрывать боксы. И там вы сможете выиграть у нас эликсиры и купить на них розы для Гали. И снова их послать нам. И снова их послать нам. Они, правда, там половинятся потом, но ничего страшного, зато у вас будут розы. Можно у других стримеров розы выигрывать, эликсиры. Вот. Так, так, так. Психика присоединился посмотреть нас. Лови 50 послал нам каст сейф. Варьера тоже каст сейф послал. Ирина пишет, стричь как Цезаря. Я думаю, что там даже сильнее придется стричь, потому что на хвосте там докорост. То есть там я не знаю, как это будет. Вообще, вот такая шерсть, она 100% убьет нож у Ксении, грумера. У грумера. Это все. После вот такой подстрижки этим ножом, ну, на машинке, на подстригательной, нельзя будет работать уже. Он в любом случае затупится, потому что там и колтуны, и все остальное. То есть вот Ксения, она подстригает бесплатно, но я думаю, что вообще ей хотя бы на покупку нового ножа надо будет денег дать. Потому что она нам постоянно помогает, постоянно это делает. Вообще безотказно. Вообще, да, 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 да. Ирина 371, так, стрич, каст сейв, спасибо. Ландыш 83 послала розочку, спасибо большое. Варьера, у меня не получается с розочкой. Вот вам нужно
если вы хотите, вам нужно выиграть розочку. Вам нужно выиграть эликсиры. Вот. Эликсиры либо выиграть, либо купить. Если не получается, ну не расстраивайтесь. Потом получится как-нибудь. Разберетесь. Я думаю, что надо разобраться просто. Роза за 5 эликсиры. Эликсиры или покупать, или в сундуке можно выиграть. Лена пишет. Правильно, Лена. Правильно. Я на ярусе с вами. Ирина, Людвиг, я там. Ирина, я теперь в курсе, что это вы. Вот. Ну, скажите кто-нибудь, как розы берутся, Елена Шеленкова? Розы берутся, либо их покупать надо. Ну, покупают эликсиры, это валюта такая. Вот. Одна роза – это 5 эликсиров. Вот. А если брать, ну, грубо говоря, доллар сейчас по 60 рублей, да, то есть 60 рублей – это 100 эликсиров, то есть 20 роз получается. Вот. Покупку можно сделать, вот когда нажимаете «Купить эликсиры», здесь есть, нажимаете на покупку, да, вас выбрасывают на покупку. Покупать лучше, мне кажется, с компьютера. Ну, если нет возможности с компьютера, значит, покупаете с телефона. Вам нужно зарегистрировать Kiwi-кошелек. Kiwi-кошелек регистрируется очень легко. Это номер вашего телефона. То есть там буквально бац и все. Вот. А на Kiwi можно деньги закинуть со Сбера, либо связной. То есть приходите и можно положить там 100 рублей. Легко можно положить, то есть не проблема. Вот. Так. Так. Лена, цветочек бесплатный. Спасибо, Лена. Хороший, прикольный цветочек. Варера, я вот пытаюсь купить эликсиры, а мне пишут, ой, ошибка сети 11.38. Возможно, да, есть такая, я слышал, что бывает такое, я как-то тоже пытался, мне тоже писало, что выбрасывало, то есть может быть сбой какой-то, потому что очень много стримеров приходит с Ютуба, приходит с Твича вот на эту площадку. Сейчас ажиотаж, бум. Почему? Потому что на Ютубе нет монетизации, на Твиче нет монетизации, нет возможности выводить деньги на карты, а здесь это есть. И поэтому многие переходят, приводят своих фанатов, своих подписчиков с других площадок. И площадка, она китайская, вот эта вот Трово, да? Трещит по швам. Она трещит вообще. То есть, поэтому бывает такое, что у них, ну, не получается. То есть, через какое-то время надо просто попробовать еще раз. Ну, сейчас не получится. Какое-то время попробуйте, попробуйте, попробуйте. Пытайтесь. Да, пытайтесь. Так. Ксения Берман, Каст Сейф, 7 штук, спасибо. Ксения, вы посылайте, вот не сразу 7 штук, да, вы пошлите один, потом пошлите какой-нибудь смайлик. Еще один. Потом еще один. И у вас так будет куча-куча-куча сообщений, и это будет замечательно. Чат будет двигаться. Вот, Ксения Берман отправила нам пушку. Пушку лучше не посылать, лучше посылайте шлемаки. Чем больше сообщений, тем лучше. То есть, это вот пушка, это 5 шлемаков. Вот. К тому же мы люди мирные, нам пушка не нужна, а вот шлемы нам пригодятся. Вот. Ольга, ты отправил нам шлем. Варера отправил нам тоже шлем. Спасибо. Спасибо. 34 сообщения. Галя говорит, мне говорит, не могу я. Вот, читай. Да, Ксения Берман еще отправила шлем. Лена еще один цветочек нам бесплатненький отправила. Лови 50 шлем, спасибо. Ландыш похлопала Гале. Лена отправила розу. Прямо вообще у нас цветочный магазин сегодня здесь. Лариса Шерзко. Шерзляко. Лариса Шерзляко. Надеюсь, правильно прочитал. Присоединилась к нам. Ольга, у меня маны только получается послать, а выиграть не знаю, куда нажать. А вот смотрите, у вас есть, вот, если вот здесь вот взять, да, вот такой кубик нарисованный. Вы на этот кубик нажимаете,
Обычно тут стоят циферки. Если циферки стоят, значит у этого стримера, ну вот сейчас у меня здесь не стоят, потому что мне надо заходить в телефон и создавать сундуки. Я просто сейчас, ну, не успею это сделать. Я так думаю, что может быть, конечно, я бы и успел сколько-то создать, но сундуки мы оставим на завтрашний стрим. Завтра будет много сундуков. Вот, то есть нажимаете на эти сундуки, к любому стримеру заходите, смотрите вот этот кубик нарисованный, зелененький, на нем циферка, это значит, сколько сундуков этот стример разыгрывает. Вот нажимаете на этот сундук, и там написано «присоединиться». Единственное может быть условие, что бывают сундуки открытые, это для всех. То есть вы, если не подписаны, то вы можете участвовать, это, если открытые есть сундуки. А если вы подписаны на этого стримера, там бывает такое ограничение. Отслеживать стримера не менее 3 дней. Вот. Если человек постоянно разыгрывает сундуки, то в принципе есть смысл на него подписаться с целью наживы, с целью заработать. Вот. Ну, здесь как бы нет ограничений. Пожалуйста, можете подписаться, бесплатно отслеживать. И время от времени, особенно когда, допустим, разыгрывают, обычно разыгрывают как? Вот 100 эликсиров разыгрывают, да, и ставят задание отправить какую-нибудь смайлик за, тоже за эликсиры, но 10%. То есть там, я не помню, как называется какой-нибудь смайлик. То есть там 100 эликсиров разыгрывается за 10 эликсиров. То есть вам надо потратить 10 эликсиров, и вы, у вас появляется шанс выиграть 100 эликсиров. Вот. А, допустим, за ману, чтобы... Ну, там бывает просто посмотреть стрим в течение там 5 минут, 10 минут, либо отправить, как сказать... либо отправить какое-то сообщение, либо подписаться, либо еще что-то. То есть там различные задания. Вот. Завтра я сделаю для нашего стрима сундуки, где будут, как сказать, где будут разыгрываться розы, эликсиры за шлемы. То есть вы будете отправлять шлемы, и у вас будет возможность выиграть розы. Вот. В общем, завтра будем менять розы на шлемы. Вот. Поэтому готовьтесь. Так, а у меня так, это я ответил. Лови отправила нам шлем, Ирина отправила шлем, Ольга. Проще деньги послать, чем покупать, выгоднее. Оля, да, я согласен, что, конечно, проще деньги послать, но дело в том, что когда вы отправляете вот эти вот эликсирчики, да, даже небольшие суммы, нам начисляются очки. Там, получается, конечно, площадка себе забирает процент, и причем процент забирает не маленький, но если мы набираем где-то 110 очков, по-моему, за месяц, мы попадаем в разряд бронза, первый разряд, второй разряд, я не помню какой, сколько очков, там порядка 200 очков, там уже будет серебро. И вот на серебре, в принципе, можно получить монетизацию, ну, порядка там 100-150 долларов. Плюс всякие еще бывают дополнительные бонусы, там попадаешь в топ-50 там по сообщений, по сообщениям, по комментариям, бывает топ-50 по количеству зрителей на стриме, топ-50, топ-10, топ-3, допустим. И бывает вот на серебряном статусе там может набежать до 500, до 400, до 300 долларов даже в месяц. Вот. Поэтому если мы хотим как бы развиваться, да, то есть если мы не просто собирательством денег занимаемся, а пытаемся получить монетизацию не с наших подписчиков, а монетизацию именно с площадки, то как бы есть смысл там потратить, ну, небольшое количество, там порядка 30-50 рублей. Есть смысл их потратить, купить эти розочки, да. Ну, не 50 рублей, конечно, там может быть 100 рублей потратить. Отправить, и когда вы отправляете розы, очков прибавляется вот этих вот, которые надо заработать, их прибавляется что-то в 4 раза больше, чем отправляешь просто шлемаки. Вот. Но я говорю, я буду разыгрывать розы завтра, розы, эликсиры я буду разыгрывать за шлемы. И если вы выиграете, то у вас будут и розы, и шлемы, и все на свете. И вы сможете их отправить нам. И, ну, такой вот круговорот, в общем, замутим, сделаем. Я думаю, что вам понравится. Надо только разобраться и втянуться. Так. Ага.
Марина Белова пишет, можно и картой платить без Киви. Да, можно, можно. Ну, я вот с Киви оплачивал. Так, и пишет потом Сергей прав, лучше покупать с компа. Ну, вот видите, там, да, там подешевле получается. Не с мобильного, да. Мана, это тоже хорошо. Главное в чате писать комментарии, смайлики, маны посылать. Да, ману мы, вот если сейчас мы накопим много-много маны, то завтра я запущу ракету, и мы попадем в рекомендации, вот там сбоку будут рекомендованы, мы попадем в рекомендации, люди увидят, что у нас идет розыгрыш сундуков, они к нам присоединятся, придут новые подписчики, может быть, им будет интересно, и пошлют нам тоже, может быть, по розочке, а может, просто нам пошли маку, пошлют, и мы будем все... Может, просто пошлют. Галя говорит, да, может, просто пошлют. Так. Варьера пишет, я с компа пытаюсь. Ну, бывает, я говорю, у меня было такое, что писала, выдавала ошибку. Причем выдавала ошибку даже вот без цифр. Просто пишет, что невозможно, и все, и до свидания. Я в кипише написал в техподдержку здесь, в Трово, и мне ответили, что извините, там технические работы, работаем над решением этой проблемы. И что-то часов, наверное, ну, через 4, через 5 все заработало. То есть как бы все включилось, все получилось. Вот. Так. Вы молодцы, что одними из первых приземлились тут, Марина Белова. Ну, на самом деле мы не первые. Ну, может быть, среди зоозащиты мы одни из первых, да? Я не знаю. Может не первые. Но здесь, видите, здесь в основном игровой контент. Я вот вообще, конечно, я люблю поиграть. У меня есть игра компьютерная. Игру. Компьютерная игра любимая. Что ты? Ногу вытянуть хочу. Вот, есть любимая игра компьютерная, называется «Герои меча и магии». Я бы с удовольствием бы в нее поиграл бы и показал. Может быть, кто-то из вас тоже в нее играл. Это стратегия пошаговая. Вот, но у меня нет времени на это. Вот, может быть, когда я стану сильно старый, пойду на пенсию, я буду здесь в Трово сидеть и играть, и собирать зрителей, и будет все клево. Но пока нет. Вон там чихает. Клюква там чихает. Там, может, дверки надо было открыть? Так. Леночка нам поставила лайк. Кастсейф Ирина отправила. Треск мы слышим. Виснет сегодня то и дело. Марина Белова. Ну, вполне возможно, но не знаю, с чем это связано. Пока вот вроде бы, как сказать, вот у меня картинка нормальная. Звук я отключил, потому что, чтобы я сам себя не дублировал, не переговаривал. Так, Ксения отправила шлем. Потом поставила вот таких вот 4 рожицы классных. Лови 50, поймали шлем. Марина Белова опять присоединилась. Варьера. Ксения отправила нам Леон Лайм. Это тоже, это как роза, тоже 5 эликсиров стоит. Банка с Леон Лаймом, напитком. Так, Натали шлем отправила, Елена Шеленкова тоже шлем отправила, спасибо большое. Ксения Берман нашла 4 каких-то штуки, зрение у меня плохенное, я вижу, что там что-то такое крутится, вот, 4 классных штуки. Натали, воф, такой смайлик. С ума сойти, у меня 57 комментариев надо читать, я не успеваю. Так, сейчас вообще ничего не виснет, Лена пишет. Здорово, все, разогнались. Клево. Так, Ирина, завтра с работы приду, поздно, боюсь, на эфир не успею. Если стрим, записи смотреть, вам польза от этого есть? Запись стрима смотрите на канале «Хвостатое счастье в шортах». Я его там опубликую. Вот. И там у нас, мы подали заявку, нам сказали, что вы можете получить монетизацию, можете подать заявку. То есть мы подали заявку на подключение монетизации. Дело в том, что шорты не монетизируются, а вот эти вот стримы, они монетизируются. То есть там будет в этих стримах вставляться реклама, вы можете их включать. Они вот длинные, по 2 часа, 2, там 3 часа, может быть, я не знаю, час.
и с них будет идти вознаграждение. Вот. Поэтому там запись можно ставить на просмотр, и будет клево. То есть там пишите тоже под этими стримами комментарии, ставьте лайки, просите, чтобы кто-то тоже посмотрел. Поэтому будет клево. Единственный момент, то есть если вы смотрите из России, то надо будет смотреть через VPN, чтобы была реклама. Если вы смотрите из-за рубежа, то можно без VPN, там реклама у вас будет. Вот. Если вы просто смотрите, как бы просмотр засчитывается, но монетизации не будет. Ну, если вы просто смотрите из России без VPN, то как бы вот вы просто получите, я надеюсь, удовольствие от этого просмотра. Так, Элина 1967. Я у других стримеров зарабатываю ману. Они в сообщениях пишут фразу какую-нибудь одинаковую. Например, привет всем. Нам тоже надо придумать. Элина, не совсем понимаю. Это, то есть, получается, да, для того, чтобы было много сообщений в чате, да, наверное? Или для чего это пишется? Так. Тут вот Донат Альерц посылает постоянно, периодически ссылку. Дело в том, что я стримлю с телефона. Вот. На самой площадке Трова нет возможности с телефона стримить. То есть надо стримить через дополнительное какое-то стороннее приложение. Я стримлю через Донат Альерц. И в нем встроена вот такая функция, которая показывает, что можно отправить донат, ну, как бы поддержать автора. Вот он регулярно отправляет эту ссылку. То есть это не я пишу, ребят, если что. Не то, что там я попрошаю, ничего, нет. Просто это вот ссылка такая, донат алертс, что нас можно там поддержать. Ну, бывает, кто-нибудь спрашивает. Поэтому это я как бы объясняю, откуда она появляется. Елена снова к нам пришла, видимо, отлучалась куда-то. Варьера шлем отправил, спасибо. Ну вот, я завтра буду улетать вечером, во сколько будет стрим. Завтра стрим ориентировочно будет в 7 часов вечера по Москве, но мы завтра поедем еще за Лучиком, и завтра днем тоже будет стрим, наверное, когда... Нет, мы не завтра за Лучиком поедем. А когда? Мы в субботу за Лучиком поедем, а завтра нам надо будет вот этого кота, которого мы ждем. Завтра мы с котом поедем. Сережа опять все перепутал. Я опять все перепутал, вот видите, Галя меня... Я тут уже засыпаю под твое жужжание, но контролирую, что ты свистишь. Так, я свистю. Так, Ленорочка отправила нам шлем. Лови 50, да-да-да, отправила шлем. Лена отправила нам 100 роз в море. Галя, спасибо, что не теряете чувство юмора, просто пошлют. С ума сойти, это было давно уже. Так, в общем, я зависла, поняла, что выгодно играть и собирать разную валюту. Интернатную, надеюсь, разберусь, хоть маленькая помощь, бегу гулять. Ольга, бегите, давайте. Вас уже нет, наверное, вы уже убежали. Так, Лина отправила шлем. Спасибо, что рассказали про стримы в шортах и про VPN. Будем смотреть. Замечательно. Так, тут куча-куча смайликов. Марина Белова, повторяйте почаще, пожалуйста, про стримы на шортах. Не все знают, что про правила монетизации для вас. Нам все же хочется вам помочь. Постараюсь сделать. Надо написать, вообще сделать закрепленный комментарий. Если кто-нибудь напишет, то было бы здорово. Если бы я был бы у компьютера, я прямо ссылку на канал вставил. Наверное, надо так завтра и сделать. Так, майки классные. С ума сойти. С ума сойти. Я дочитал, что ли? Дочитал. Подъехать. Ребята, ну что, идем? Идем. Так. Я все включила. Так, ты все включила? Да. Тогда, ну. Думаешь? А что? Ну, просто спрашиваю. Я думаю, да. Ебать.
Мне так хочется дойти до молодежи и объяснить правила русского языка. И поругаться с ними. Почему-то они вот ведут себя как-то неправильно, мне кажется. Чересчур вызывающе. Ну да. Так, ребята, давайте я возьму. Надо, знаешь, как сделать? Надо это поставить его вот сюда встать. Мы вот так вот его поставим. Сумку можешь вниз поставить? Нет, оставляй сумку так. Я вот, да, вот так вот сделаю, чтобы мы вот телефон вот отсюда показывал. Открой дверь побольше. Да, она больше. Не дотянется. Провод. Какой? Он разрядится у тебя. Разрядится. Нет, так вот он показывает. Да, ты имеешь в виду, куда вот вставать? Да, да. А вот надо. Ну, переноску сейчас возьмем. Так, ребята, я тут. Там что-то у меня бухнуло, да, я посмотрю. Не взял вот. Алло. Нет, 55-й. 55-й? 55-й. Она еще клетку везет. Так, кстати, готовься, ее надо будет запихивать. Ну, какой у меня. Кто? Рука. Мощная? Мощная, да. Ребята, ухожу спать, у нас почти полночь, завтра рано вставать. Отдыхайте, конечно. Давайте, давайте, Ирина. Так, я тут все настраиваю, мне еще надо и снимать, потому что будет ролик на Ютубе. Будем монтировать, я надеюсь. Сейчас все покажем, все расскажем. Галя прицепит микрофон. Сейчас, да, сейчас не жарко, но машина будет нагреваться все равно. Надо будет посмотреть, поедем мы тут, пробки. Пробки посмотреть? Ну, сейчас. Может уже раз. Может уже нормально. Ты вот здесь вот завалил синим, ты иногда на этом плече корм тоже носи. Да? Чтобы тоже синий. Думаешь, было. Не отстирается? Может не отстираться. Блин, вообще. Завалил кучу. Печалька. Котика завалил. Да. Ну, что теперь делать?
теперь как-то вот так. Ай-яй-яй, Сережа. Да. Висануло, зависло. Возможно, да, возможно, зависло телефон, потому что начинает нагреваться. Вот, возможно, что зависло. Ну, значит, на ролике в этом, на Ютубе ролик посмотрите. Я надеюсь, что оно, если зависло, оно хотя бы запись будет нормальная, не зависшая. Так. Давай потанцуем. А? Что-то как-то вот эти движения были не похожи на танцы. А на что это было? На бокс было похоже. Вот так вот. Все на бокс похоже. Все движения. Тук-тук. Тук-тук. Давай. Сейчас мы вас нарядим. Мы снимаем для Ютуба. Улыбаться? Ну. Просто рассказываем. Да. Популярно в России. Это да. Что-то с собой дали какие-то лекарства? Ничего не дали? Нет, в общем, сказали. Ему надо будет обязательно обезбол делать. Угу. Вот, завтра. Вообще сказали, вот, на стационар еще завтра желательно. Да? Угу. Почему? Потому что непонятно, что черепно-мозговая травма будет, какие последствия иметь. Угу. Вот обезбол обязательно проколоть. Вот они сказали, можете подъехать, говорят, мы вам лекарства выдадим. Но я просто приезжала мимо там, в том районе, я в другом районе абсолютно живу. Угу. Вот, ну это вот... скажите, называется их 5 филиалов, да? Вот, ветеринарная станция, у нас их 5 штук идет. Угу. Вот, и все. В общем, смысл-то в том, что физически я вот не могу с ней, потому что я работаю. Так, это кошка у нас. Да, это девочка, Стеша решили назвать. Угу. 2,4 килограмма вес и возраст непонятен. Но я пока ее видела, у нее зубки белые, то есть она не старая, точно не старая. Угу. У нее был удар, получается, на лицо и клык выбит правый. Угу. И повреждена у нее кровь была. При вас был вот этот? Нет, мы просто ехали на машине. И видим, там просто животное лежит, и все просто проезжают сверху. То есть между колес все проезжают. Мы остановились, вышли дышать. Я его взяла в охапку, то есть полчаса, пока мы ехали до ветеринарной станции, она в себя пришла. Сначала зрачков вообще не было, потом в себя пришла, попыталась вырваться, в общем. Я вся исцарапанная, вся футболка в хлам, но это ладно. Вот, и все. То есть у нее ничего сломано не было точно. То есть она, вот, чаще, скорее всего, просто ударилась в колесо машины, ее отбросила, да, допустим. Вот, и у нее было много крови только из-за вот места, где губа. Все, ну, черепно-мозговая, я отвезла, мы ей сделали рентген, ничего не сломано, все хорошо. Но единственное, что, возможно, подозрение может быть, вот она носом ударилась, может быть, там что-то не сломано. Трещина, да, скорее всего. А УЗИ вот. Не делали? УЗИ там, они почему-то не знают, где-то УЗИ был, но УЗИ не сделали. Может, мне органы проверить? Вот, но она в туалет ходит, все нормально, то есть мочевой пузырь в порядке, и какала, и все нормально, все хорошо. Не кушала? Пытались ее кормить, воду она пьет немножко, у нее обезвоживание было очень сильно. Неизвестно, сколько лежала. Вот, шприца ее поили, потом сказали сейчас кормить, на запах еды она пока не реагирует. То есть ее надо жидкими шприца. Почему? Потому что зуб сломан, она сейчас пока жевать не будет. Вот, единственное, что она прямо на характерную девушку, пока ее в клетку садила, сюда в переноску садила, она все равно пыталась очень вырваться от меня. То есть она свободолюбивая девушка у нас такая получается. Пиковатая, видимо, все-таки. Скорее всего, выгул, уличный выгул. Но она чистенькая вся. Никакие бложки с ней не прыгали, потому что я много кого подбирала, видела разные предварительно в жизни. Так, как вот. Мы ее будем пересаживать или вы ее подберете? Скажите, ну там, вообще без проблем. Так, вот смотрите, у вас к Сбербанку привязан телефон привязан. Единственная там карта дочки Марии Сергеевны, да не пугайтесь. Просто как, вот смотрите, вы все равно будете мне скидывать WhatsApp фотографии чеков по лечению. Я это все буду пиарить в интернете, я буду создавать сбор средств, денежных средств, буду переводить тогда, ну что, кто сколько даст. Все по-разному сейчас свой номер переводят. Вот.
И, соответственно, когда вот она придет в себя, вот ее фотографию, чтобы сейчас мы будем по лечению... Нет, девочки приезжают, они фотографируют. Как Мне тоже вышить фотографию, я буду тоже ее по пристрою пиарить. По, да, да, по такой-то фотографии, которая у меня сегодня лежала, понятно, никто не захочет взять, да? Вот, еще попросили вот ветеринарной сегодня, где я ее отвозила, они говорят, обязательно завтра звоните, скажите, в каком настроении, все ли с ней в порядке, они тоже беспокоятся за нее, девочка. Ну, я завтра постараюсь как можно раньше увезти ее в клинику, чтобы там ее прокапали, вот, ну и, соответственно, отзвонюсь вам. А у вас как, у вас вообще как организация там, вы частное лицо, да, получили? Да. Все от своего имени, только без всякого спонсорской поддержки от государства нашего любимого, да? Так, наше государство кого поддерживает, вы же сами знаете. Да. Нет, ну я-то тоже как бы, я и тоже финансово скидываюсь, если где-то вижу кого-то, куратором тоже участвую в животных разных. Ну вот сама вот физически, у меня дома просто три кота своих. Сейчас они тоже еще один. Ну вроде сейчас вот она тихо, потому что седативная. Потом она такая, она прям сильная, она прям, и когти у нее не подстрижены. Она хорошо царапается. Ладно, разберемся. Ну, спасибо большое, что вы сюда занимаетесь этим делом. Ну, видите, собирали. Это кто-то? Ой, бежать, бежать, бежать. Ой, ай, бежи. Страшно. Там есть плюс, хорошая клиника, в том плане, что там полностью оборудование, есть и рентген, и УЗИ, и специалисты нормальные. Вот, мы туда ездим, мы там лечим. Что? Это ваша основная работа получилась? Вы просто лечили этим занимались? Нас привет. Так, в идеале кнопку собрать. Она связанная. Она не разбирается, да, мне сказали. Так ее поставить. Мне еще кажется, а нет. Нет, она войдет. Вот дом, нет, правильно, да, она собрана? Да, она все правильно собрана. Это нет, это не разборная модель, мне сказали. Почему она не разборная? Нет, она разборная, она просто связана. Серёж, не надо, не разрезывай. Я понял. Нет, я понял. Надеюсь, если хомутики разрезать, она сложится. Да. Но... Она сложится, но не факт, что она потом держаться будет. Надо будет снова хомутики делать. Ты... Нет, тоже с той стороны. А сколько у вас там сейчас кошек? Много. Очень много. Угу. Смотрите, нас... Мы везде есть на всех площадках «Хвостатое счастье». Угу. В Ютубе «Хвостатое счастье», в Инстаграме. Потом, что у нас, ТикТок есть. Там Ярус есть. Везде «Хвостатое счастье». ВКонтакте. Единственное, ВКонтакте мы называемся «Наше хвостатое счастье». Группа. Ну там мы не собираем, мы там просто пиаром девчонки занимаемся. Телефон такой у вас военный. Вот еще тоже вопрос сразу же, нет, на будущее. Еще у меня есть 4 котенка, но котята я пристрою, это без проблем. И мама есть, которая всегда рожает. Что вот с ней можно сделать? Отловить, стерилизовать, если она дикая, вернуть обратно. Хотя бы рожать не будет. Там же все равно будет какое-то время, там, пока швы не снимут, чтобы она... Ну, если стерилизовать у Бабкиной, там не надо ничего снимать. Да? Да. Она шьет леской, и как бы оно это... Она, ну, то есть не сделаю же, я в этот же день отпущу ее после операции? Ну, она отходит, на следующий день ну, выпускали такую. То есть можно, да? Да. Кормят их, кормят, но вот размножаться это, конечно, все. Так это караул, да, это не только вот, местная проблема, это всеобщая проблема. То, что социализировано, то, что идет на контакты, общается, можно попробовать попристраивать. А если это дикое, в принципе, дикое, и забирать и куда-то садить в клетку, это будет, ну, так себе помощь, скажем так. Кажется, что она там очень была, она очень красивая. Женщина ее потрепала, но зимой она была вообще пушистая, красивая, Вот. Это она кошу наблюдает за котятами.
сейчас она почему-то стала вообще худая, очень сильно худая. Не знаю, потому что пятки сосали очень мощные, ну, и что-то подросло. Может, мы как бы встроены с мамой. Ну, я говорю, ловить, стерилизовать, как минимум. Угу. Ладно, хорошо, спасибо вам большое за помощь. Да не, ну что? Вот так. Сереж, все? Ну да. Ну, в общем, да. Ну, информируйте, я да. Работаю сейчас вором, где-нибудь средства приближаться. Это будет хорошая клиника, да? Ну, а, дорогая только. Ну, а дорогая. Вы не обращаетесь, если она дорогая? Потому что нет такого оборудования. Мы делали, у нас собаку, вот мы приехали забирать, она спинальная. А, понятно. Вот, то есть на позвоночнике делают вот здесь и делают еще у Кипнякова. Там Хойнин делает, но здесь. Начали лет на 10 раньше это делать, и здесь опыт более больше. Mm-hmm. А опыт в этом деле, я считаю, очень важен. Поэтому ну, вот мы сейчас, ну, в смысле, за эту собаку 94 тысячи отдали за операцию. Операция 4 дня стационар. Да. А собака, она как бы, ну, тоже со всеми живет, да, да? Нет, они, нет, у нас спинальники отдельно живут. Mm-hmm. У нас он не единственный такой, то есть те, кто, у кого не работают задние лапы. Mm-hmm. Вот. И, ну, ну, сколько? Около 30 есть таких животных. Кошки есть такие, два кота. Вот один сейчас тоже в клинике в Первоуральске, там ему ретростомию делали, будем в субботу забирать будем. Mm-hmm. Что-то. Что попроще, мы с нашими решаем. Mm-hmm. Что наши не могут, мы едем куда-то, ну, уже здесь к специалистам более таким. Лёва, иди сюда. Да, конечно, будет все хорошо. По-другому никак. Лёва, спасибо еще раз. Давайте, до свидания. Иди там, садись, я тебе подам телефон. Ребята, мы с вами снова. Мы снова с вами. Так. Там фокусника достает из-за пазухи. Ага. Микрофон. Фон. Фон. И фон тоже. Тут, наверное, тоже жители этих домов недовольны. Ну да, наверное. Так. Гуляют собачков. Что-то появилось. Да, да, ребята, что-то появилось, что-то не появилось. Так, сейчас мы будем двигаться в сторону дома. Время у нас 10 часов. Ой. А вот это. Вот эту смотай. Давай я твою смотаю. Сейчас, ну, надеюсь, что не будет сильно много всего. Так, камеру повернуть надо. Оп. А то вы смотрите на крепление. Угу. Так. Ландыш отправляет ракеты, микрофоны и все остальное. Спасибо, спасибо, ребят. Слышно было, видно, понятно вообще, нет, насколько это все было. Нормально, то есть мы как бы проводим эксперимент. Напишите, как вообще понятно, непонятно. Сережа, великий экспериментатор. Да, я пытаюсь все это дело сделать, то есть, чтобы было как можно более информативнее. Вот, напишите. Так, сейчас я проложу маршрут, посмотрю пробки. Ну, в принципе, вроде бы показывает, что все нормально. Рассосалось.
Ну да, ну 2 балла пробки. В среднем по области? В среднем по больнице. Так. Ну, он, кстати, показывает ехать нам через эту птицефабрику. Почти что. Час 19, тут час 16. Так. А тут вот авария. С ума сойти. Удобная штука, дубльгиз. Удобная, да, действительно удобная. Угу, а тут-то стоит, тут-то все-таки стоит. Щербакова? Щербакова стоит, да. Поверните налево. Ну все, ребята, отправляемся мы в путь. Так, и слышно, и видно, сейчас и видно, и слышно. Понятно, что сейчас видно и слышно. Мне больше интересует... Когда девушка кота привезла, кошку привезла. Да, когда кота, кошку привезла, то есть вообще, насколько это все было информативно, насколько это все было понятно. То есть вот этот момент интересует. Потому что, может быть, мы тут как бы это, что-то делаем, а смысла в этом нет. То есть, может быть, проще, допустим, также снимать для Ютуба. Для Ютуба, да. То есть делать ролики, пускай они выходят, конечно, с задержкой. Но зато там как бы все будет видно, слышно. Вот это интересует. Есть момент, конечно, что вот как сказать, мы снимаем. Мы снимаем, да, у вас висит, и вам, допустим, не видно и непонятно. Но на площадку... Через 200 метров на светофоре поверните направо. Окей, окей, Google, поверну. Вот. Но на площадке, на сервера Трова, оно может быть грузится нормально. И потом, когда мы скачаем, то будет... Надо выйти, решил. То будет все без зависания, и все будет видно нормально. Поэтому... Поэтому надо вот эксперимент, конечно, провести. Просто было бы... Поверните направо. Хорошо, ладно, сейчас поверну. Поэтому было бы здорово, конечно, если бы оно везде всегда, но работало идеально. Но, к сожалению, такого не бывает. Так, наконец-то ура, наконец-то ура. Так, мы уже 2 часа 20 минут в прямом эфире. Там уже у нас... Мы вам надоели, нет, ребят? Нет.